Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Каким будет итог матча? Все ответы в прямом эфире и ATV. Отличная футбольная атмосфера на Сантьяго Бернабеу. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. С вами сегодня футбол смотрят Константин Генич и Георгий Черданцев. Сегодня мы приготовили для вас прямую трансляцию лучшего клубного европейского футбола. Групповой этап Лиги чемпионов вашему вниманию. Сегодня мадридский Реал сыграет против Манчестер Сити. Нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет. И терять очки тоже. Поэтому команды на поле выходят за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. Тут преимущество у команды, поэтому судья игру не остановит. С мячом Фил Фоден. Удар есть. Он здорово играет, не дает пробить. Так, здорово вратарь разрядил обстановку. Почаще нужно играть в прессинге, сейчас это сработало. Гол! Команды только начали, а мяч уже побывал в воротах. Какой классный пас в разрез у него получился. Еще раз мы смотрим этот гол. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворот. Тренер, конечно, рад этому голу. Его команда повела в счете. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Тони Кросс. Родриго с мячом. Реал идет к воротам соперника. Беллингем. Мяч у Родриго. Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах – это судья. Болельщики, конечно, недовольны его решением. Класс. Такой момент мог получиться. Позиция-то отличная была, но мяч от ворот будет вводить голкипер. Кевин Де Брюйн. Де Брюйн! Отлично пробил, но мяч прошел мимо ворот. Федерико Вальверде. Родриго получает мяч. Теряет мяч Реал. Эрлинг Холланд. Холланд. Что сделает Холланд? Гол! Теперь их преимущество становится серьезным. Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить. Повторяют нам этот момент. У Эрлинга Холланда получилось так поймать мяч на ногу, что он не оставил вратарю никаких шансов. Бил со средней дистанции и сделал это идеально. Точно и сильно. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. А грубо в отбор играет. Там желтая будет. Желтая карточка появляется в руке судьи. Здесь все по делу. Фол явно тянет на предупреждение.
Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Пас перехвачен. Аканджи. Родри. Манчестер Сити в атаке. Это Жереми Докю. Хулиан Альварес. Он блокирует опаснейший удар. Родриго. Родриго. Кросс. Манчестер Сити с мячом. Доку. Как будто нарочно мяч теряет. Не было тут никакого прессинга. Вальверде. Кросс. Винисиус Джуниор с мячом. Он четко играет в своей штрафной. Чистый отбор. Фоден. Хорошо в отборе сыграно. Будет аут. Атака прервалась на подступах к штрафной. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать тут. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Кайл Уокер. Де Брюйне. Теперь владение переходит к ним. Отличная игра в отборе. И есть куда бежать ему дальше. Не знаю, как у него это получилось сделать, но получилось неповторимо. Гол на все времена. Давайте еще раз посмотрим на этот футбольный шедевр. Как здорово все тут было исполнено. Техника у него, конечно, на высочайшем уровне. И уверен, еще неоднократно нам этот мяч повторят. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Кайл Уокер. Беллингем. Йошко Гвардиол. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет вбрасывать. Не удается его остановить в защите. Де Брюйне! Играть еще минуту. Столько добавлено к основному времени. Кайл Уокер. Дает свисток арбитра. Перерыв на Сантьяго Бернабеу. Эрлинг Голланд провел отличный первый тайм в роли лидера своей команды. Команда пока выигрывает. На его счету 2 забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды.
Возвращаемся на поле. Начался второй тайм. Посмотрим, как Реал будет отыгрываться. Разница в счете минимальна, так что сделать это можно будет очень быстро. Мадридский Реал продолжает игру. Тони Кросс. Но забивай! Защита справляется с ударом. Угловой будет, и это хорошая возможность для Реала сравнять счет. Навешивает с углового Тони Кросс. Выносит с ленточки. Хороший удар. Чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил. Бил с лета и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Судья позволяет продолжить атаку. Отбор, все чисто. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Эдер Милитан. Мяч потерян, теперь он у соперника. Эрлинг Холланд. Вратарь выручает свою команду в этом эпизоде. Не знаю, зачем нам смотреть еще один повтор, все и так очевидно. Да, там и близко гола не было, но на всякий случай нам это наглядно продемонстрировали. Мяч уходит за лицевую линию, будет угловой. Центр штрафной, пошла подача. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Основательно забрали себе мяч. Момент не закончен, нужно продолжать. Не получилось ничего создать в этой атаке. Очень высоко, очень неточно. Тони Кросс. Хорошо, Кевин Де Брюйна мяч отнял. Тридцать минут играть осталось. Родриго. Реал идет к воротам соперника. Хорошо в прессинге играет соперник. Альварес. Де Брюйне. И дает арбитр. Тут играть, остаются они с мячом. Здорово сыграно в отборе. Аут. Двойная замена будет у Ман-Сити. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И заходит он с фланга. С ударом у него точно все хорошо. Пробил мощно, но немного не точно. Орельен Чуамини. Джуд Беллингем с мячом. Теперь мячом владеет Реал.
Эдерсон. Очень грубо в отборе сыграно. Желтое тут может быть. Арбитр предъявляет желтую карточку Реал. Заслуженно. Пора вносить коррективы в игру, считают оба тренера. Фода. Фода. С мячом Фил Фода. Кевин Де Брюйн. Удар заблокирован. Судья назначает угловой удар. Подавать будет Манчестер Сити. Неплохая возможность забить и уйти в отрыв. Мяч летит в центр штрафной. С мячом Рубен Диаш. Фоден с мячом. Момент отличный сейчас для удара. Удар пришелся в кого-то из игроков, а момент-то был опасный. В составе Реала замена. Интересно, как перестроится игра. Бернардо. Бернардо очень спокойно забирает мяч в атаку. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Беллингем. Очень мало времени осталось, и это последняя возможность спасти игру. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли мяч. Не стал судья останавливать игру, преимущество сейчас у них. И за боковой мяч ведут в игру футболисты Манчестер Сити. Родри. Отбор, все в рамках правил. Винисиус Джуниор с мячом. Удара ждем. Основательно укрепились они тут. Повезло вратарю, что мяч не полетел в створ, было опасно. Грилиш. Отобрать мяч у Сити в последние 15 минут. Минутку, очень опасный момент. Штанга, момент не закончен. Мяч в сетке. Какая волевая команда. Все-таки нашли в себе силы и отыграли 2 гола. Получилось забить. Еще раз нам его повторяем. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Мадридский Реал в атаке. Одно усилие, и победа у них в руках. Но судья уже посматривает на секундомер. Отличное оборонительное действие. Эрлинг Холланд. Есть хороший адрес для передачи. В 90 минут командам оказалось недостаточно, чтобы выявить победителя.